Вітаю шановних краян, в ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні у нас в гостях, вибачте за тавтологію, гостя Харкова, письменниця киянка, письменниця, поетеса, ну і так далі, журналіст Лада Лузіна. Лада, ви от написали вже стільки книжок, ви знана людина в Україні. Скажіть, будь ласка, написано, що ви і поезію пишете, да? Ви знаєте, ні. Це от скоріше така стара інформація. Взагалі, тут в основному старі книжки. Я їх, звісно, не привозила з собою. Вот те, що у моєї барышні, яку мене пригласила в домі, нашлись, ті взяли. Це взагалі моя самая первая. Последние, скорее, вот эти. Ну, самых последних вообще, наверное, тут нет. Поэтому поэзия для меня закончилась как-то с молодостью. То есть вообще мне кажется, что молодость – это поэзия. Поэтому все в молодости очень часто пишут стихи, но не все продолжают. Вот для кого-то она заканчивается вместе с переходом в взрослую жизнь. Вот для меня, наверное, случилось так. Я после 20 стихи уже почти не писала. А свои поэтические пробы вы публиковали? Да, публиковала, но поскольку с возрастом я перешла на прозу, мне, ну, со временем тебе, ты всегда больше всего любишь ту книжку, которую пишешь. И тебе всегда интересна как бы реакция на нее и публикация ее. Скажите, я знаю, что у вас еще и по вашим книгам и фильмы снимались, да? Да, какие вот как фильмы? Бы вот по книжке «Я ведьма», первая повесть из этой книжки «Маша и море», снял был фильм. В книжке «Моя Лолита» по пьесе «Мой принц» снимался фильм. А сейчас как бы периодически со многими людьми ведутся переговоры, но как-то третьего фильма пока не получилось. Вы к этим фильмам сама и сценаристом были? Ну, ко второму, да. К «Маше и море» я была сценаристом, и, естественно, была им довольно больше. Но вообще я как бы понимаю, поскольку я закончила театральный институт, и хорошо понимаю отличие драматургии от режиссуры, я все равно понимаю, что фильм – это режиссерское прочтение, он все равно не будет всегда такой, каким его видит сам писатель. Для того, чтобы писатель увидел то, что он хочет, он должен, наверное, сам это снять. Другого варианта нет. И не будет таким, каким его видит читатель, который... Да, потому что читатель видит свой фильм, когда... Даже если писатель сам подберет артистов, часть читателей он разочарует, потому что они по-другому переставляли героев. Вот самая известная моя серия «Киевские ведьмы», здесь только одна книжка, а всего их там около 10. Вот мои читатели больше всего любят, тут главные три героини, Даша, Маша и Катя, которые вот получают такую ведьмацкую силу, и с ними происходят разные приключения. Больше всего мои читатели любят в соцсетях подбирать актеров. Вот, и варианты самые разные. Понятно, но они мало того, если, так сказать, у вас еще и по-разному, а так должно быть в любой хорошей книге, говорят героини, по-разному, разный стиль, разные, так сказать, словосочетания, разный подбор слов в их речи. Ну, понятное дело, что и еще и речь каждый слышит. И голос фантазирует сам себе, какой должен быть голос у героини. Естественно. Скажите, пожалуйста, а вот почему у вас вот такая ведьмацкая тематика? Это модно, это вы понимаете... От чего отталкивались? Ну, на самом деле, я отталкивалась от истории города Киева, потому что Киев, ну, собственно, как бы сам цикл «Киевские ведьмы», он был задуман как максимально популярный учебник по истории города Киева. Потому что я считаю, что Киев невероятно интересный город. Его история в основном знают только профессиональные историки. Хотелось донести ее до читателей широкого круга. И, наверное, этот проект полностью удался, потому что вот именно поклонники «Киевских ведьм» — это люди, которые часто мне пишут письма на тему, что вот после вас мы начали как бы пойти, пошли туда, пошли в тот музей, пошли в ту церковь, начали читать другие книжки. А ведьмы, я вообще всегда считала, что ведьма — это национальная украинская героиня, а Киев вообще считался столицей ведьм. Как известно, у нас стоит 4 только официальных лысых горы, а неофициальных их около 13. Поэтому... Она и в Харькове есть лысые горы. Я знаю, вообще по Украине есть еще лысые горы, я собираюсь в одном из произведений до вас долететь. Но вообще хочу сказать, что у меня с Харьковом много связано. Во-первых, у меня издательство в Харькове, я всю жизнь издавалась в харьковском издательстве «Фолио» со своей второй книги, первую я издала сама. Вот там недавно предпоследняя моя книга с Сергеем Жиданом, мы вместе создали такой сборник, то есть такой мужской и женский взгляд, его повесть и моя повесть, в какой-то момент наши герои пересекаются, да, и вот мама моя из Харькова, бабушка из Харькова, поэтому хоть я родилась уже в Киеве, как бы Харьков всегда вот воспринимался, ну, как
один из родных городов для меня. И вот как-то он и сказался как родной, потому что очень много каких-то знаковых вещей происходило именно здесь, от издательства до вот первого приза, вот первый мой самый приз за книжку «Я ведьма», а вот это еще книжка без приза, самая первая, я получила именно в Харькове от фестиваля «Мир книги», а вот певица Наталья Могилевская, которая стала моим прототипом одной из героинь, получила приз здесь, в Харькове, как лучший прототип литературный. Понятно, понятно. А какие еще связаны у вас прототипы? С кем-то связаны, с конкретными людьми? А вот, наверное, людьми? Нет. Вот, как бы это был единственный мой такой опыт, потому что с Наташей действительно подруги, и вот там «Приключения ведьмы Иваны Карамазовой» и ее подруги, певицы Натальи Немогилевской, там она Наталья Могилева. Там Могилева была конкретно очень неприкрыто списана с Наташей. Многие считают, что, например, ведьму я списала с себя. Нет. Частично, но нет. В целом я к этой теме больше не возвращалась. Ну вот вы сказали, что столько церквей в Киеве, и как вам ведьминская, ведьмацкая вот эта вся литература и церковь, как-то могут они? В Киеве могут. Это как раз вот та тема, которую я часто поднимаю в книжках и на своих экскурсиях, потому что я вожу экскурсии по городу Киеву, что Киев уникальный двойственный город, который изначально позиционировался несколько столетий как столица веры, потому что там была крещена Русь, и столица ведьм, и никого это не смущало. То есть вот каким-то образом эту двойственность он это умудрялся гармонично соблюдать, и в Киеве очень много мест, тоже вот как раз вот выстрелил опере, я об этом пишу, где вот до смешного, чтобы попасть из святого места в чертово, достаточно пересесть с одной скамейки на другую. Другой вопрос, что, к сожалению, очень много церквей и святых было в Киеве утеряно. Вот для меня, как для киевлянки, трагедия, что в свое время столицу из Харькова принесли в Киев. То есть я считаю, что Киев бы очень выиграл, если бы этого не произошло, потому что именно в этот момент решили большинство наших знаковых церквей в 30-е годы снести. Вот, и ну, от этого удара Киев не оправился до сих пор. Что-то было восстановлено, что-то нет, но даже восстановленное, даже похожее по картинке, это все равно не церковь, которой 800 лет со своей историей, и нужно прожить еще столько же, чтобы вот быть таким же намоленным местом. Моя бабушка, вот харьковчанка, она по-другому, вот она все равно, как бы прожив всю жизнь уже, она несколько лет назад умерла в 90 лет, но все равно она всегда говорила: Харьков настоящая столица, что там ваш Киев? То есть она досталась до последнего убежденной харьковчанкой. Ну, а я, естественно, люблю свой город, потому что выросла уже там, и со стороны отца я киевлянка в пятом поколении, и вот, наверное, поэтому, то есть мой город играет очень важную вещь в моем творчестве, является для меня источником постоянного вдохновения. Вот видите, вот вы, будем говорить, на такой полускандальной и тематике стали мегапопулярной. Второй полускандальный киевлянин такой, к сожалению, ушедшие в небытие, Алесь Бузина. Да, мы были знакомы хорошо. Вот, к сожалению. Да, я считаю, это недопустимые совершенно вещи, но, к сожалению, да, мы это пережили и будем переживать... Еще долго. Да. Еще долго, к сожалению, опять-таки. Вот. Ну что же касается скандальности, это смешно, потому что вот очень многие... У меня читатели периода скандальной журналистики, ну вот как бы, когда я публиковала в газете «Бульвар», потом собрала эти вещи вот в книжку «Как я была скандальной журналисткой», ее в продаже уже нет, вот в библиотеке у моей подруги в Харькове до сих пор хранится. Так вот мои читатели киевских ведьм, они не знают Ладу Узину из «Бульвара». Они вот меня открыли гораздо позже, и вот буквально вчера написала на Фейсбуке какой-то такой... задиристый пост, и моя читательница пишет: «Ой, Лада, у вас появились зубки». Я думаю, я понимаю, насколько вы же вы раньше меня не знали, если думаете, что сейчас они появились. Две совершенно разные аудитории, это тоже интересно. Сюда вошли избранные статьи ваши? Или... Да, избранные статьи, то есть эта книжка делилась так интересно на «Я плохая» и «Я хорошая». То есть вот здесь были самые скандальные в первой ее половине, во второй половине скорее такие философские, может быть, размышленческие. Но для меня период журналистики, наверное, все же закрыт. Но в «Бульвар Гордона» вы написали
500 или более 500? Да, очень много, сколько я много лет там работала, и вот до сих пор у меня есть удостоверение журналиста, то есть я всегда считала, что ушла в продолжительный творческий отпуск, и всегда могу вернуться, но вернусь когда-нибудь или нет, не знаю. Наверное, надо сказать и про детскую книжку. Вот я сейчас приехала в Харьков презентовать книжку, куда вошла моя сказка для онкобольных детей. То есть издают здесь сборник. Меня попросили дать сказку. Сказки для детей – это мое открытие. Вернее, открытие меня самой себя. Вот я в детстве, когда я была маленькая, я очень много писала, сочиняла сказок. Я очень жалею, что мои родители их не записывали. Ну, то есть вот, и вот я их рассказывала просто вот как Шахерезада, то есть начинала, понятно, и могла рассказывать практически бесконечно, и мне очень нравилось это занятие, но их никто не помнит. Вот. И, по сути, то, что я пишу сейчас, ну, то есть вот как бы «Ведьмы», «Киев», «Фантастика», там, «Путешествие в прошлое», это тоже как бы сказки для взрослых, где ты какие-то свои мысли в сказочной форме доносишь. Но я не думала, что я вернусь к сказкам для детей. Это вот моя попытка, причем... Вы говорили онкобольных детей. Это они какие-то специфические сказки? Нет. Я издала несколько лет сказки про елочные игрушки, потому что я коллекционирую старинные елочные игрушки. Вот даже могу показать, это часть моей коллекции. Да. Вот. И как бы, когда у тебя на елке у писательницы висят игрушки, а некоторым там по 100 с лишним лет, естественно, как бы ты фантазируешь, что с ними было раньше. И однажды мои фантазии переродились в сказки. Вот. И появилась такая моя первая и пока последняя детская книжка, вот где вот конкретным игрушкам из моих коллекций были посвящены какие-то произведения. А сейчас, вот буквально сегодня презентация, меня попросили одну из этих сказок дать для книжки сказок, которые разные писатели дают. Книжка будет продаваться деньги с продажи, то есть продаваться она будет по достаточно высокой цене, но это благотворительность, они как бы пойдут на лекарства для онкобольных детей, поэтому отказать было невозможно, и поэтому на ее презентацию я приехала из Киева. Понятно. Задумки есть на ближайшее время? Ну, вы знаете, на ближайшее время у меня презентация. Вот буквально я несколько дней назад сдала книжку, очередную серию «Киевские ведьмы» в издательство. Вот, и... Какое ее название? «Киевские ведьмы. Тень демона». И вот между 21 и 31 октября она выйдет и будет презентация. Вот. И еще одна у меня задумка есть, собственно, я уже начала ее реализовать. Это «Азбука киевских чудес». Ну, то есть вот все то, что я знаю о городе Киеве, мне хотелось не в художественной литературе уже рассказать, а именно в таком виде как бы большого подарочного альбома, чтобы человек, приезжающий в Киев, мог увидеть вот тот вот чудесный город, как бы и город-столицу веры, где много святых источников, еще сохранились святыни, много старинных монастырей, и город-столицу ведьм, где много всяких загадочных мест, связанных с разнообразными мистическими легендами, вот глазами Лады Лузиной. Вот Лада Лузина, наверное, когда-то, как вы пообещали, сделает какую-то связку между лысыми горами Киева, Харькова. Я думаю, лысые горы есть и в других городах. И этим просто добавится, понимаете, когда местность узнаваемая, и местность именно принадлежит тебе, наверное, добавит вам и читателей, и почитателей. Ну, хотелось бы в это верить. Дай Бог. Це була програма «Слобожанщина. Слово», в якій ми зустрічалися з Ладою Лузіною, київською письменницею, авторкою багатьох книг про невідомі, таємничі події, які відбувались у Києві, а, як обіцяє Лада, вони і будуть і в Харкові відбуватися.